Молодежный парламент при Чебоксарском городском собрании депутатов провел второе заседание. В нем принял участие глава города Леонид Черкесов. По его словам, новый консультативный орган сможет дать оценку и найти решение именно тех вопросов, которым ранее уделялось меньше внимания. Члены Чебоксарского молодежного парламента получили удостоверение. Как отметил глава города Леонид Черкесов, такой орган, несомненно, был нужен. Молодежный парламент должен быть во всех крупных муниципалитетах. Тогда и вся молодежная политика станет более адресной и эффективной. В то же время юные парламентарии должны понять, что на их плечи ложится немалая доля ответственности за развитие города. Вместе с депутатами молодые парламентарии будут работать над законопроектами в сфере развития молодежного предпринимательства, социальной политики, ЖКХ и градостроительства. На втором заседании молодые парламентарии утвердили состав 4 постоянных комиссий, избрали их председателей и заместителей. Дани Фатагирова, Андрей Шоклев, Республика.